Когда русские... Когда русские вышли на лед Чудского озера, чтобы принять бой с псами-рыцарями, бой, который впоследствии получил название «Ледовое побоище», и Александр Невский вышел к своим и сказал: «Ребята, сила не в оружии, сила в правде! Будем сильными! Будем справедливыми! Будем любить нашу Родину только потому, что она наша! Спасибо!»